Привет! У нас сегодня льет дождь, и вчера лил. Нам нужно было в банк на Елисаветинскую, на Щепкина. Поэтому нам пришлось в такую погоду ехать. Мы еще изрядно покружили, потому что... Потому что все, когда не за рулем, это не очень обращаешь внимание, еще зонт сейчас, поэтому камера трясется чуть. Но кружили не могли, муж не мог запарковаться. Все обочины заняты. Мы так несколько кругов проездили. Зонт я забыла в машине. Поэтому буду идти чуть-чуть мокнуть. Хотя тепло очень. Тепло, но капает дождик. Сейчас мы идем с вами по Пастера. До Преображенской Светская Армия. Потом повернем налево. В общем, клиентам банка, перед банком негде было стать, запарковать машину. Уже студенты, институт холода прошли. Так, мы чуть-чуть мокрые, как курицы. Прохожие. И я сейчас буду. По Пастеру мы с вами прогуливались. Спасибо за ваши комментарии интересные, за ваши истории из жизни, которые вы рассказываете. Не забывайте подписываться на канал. Так мы с вами не потеряемся в просторах интернета. Впереди горсад. Все, поворачиваем. Это библиотека Мечникова. Там была, да, вот Одесский национальный университет Мечникова. Брала когда-то литературу, когда писала курсовую, диплом. Большие, огромные там такие помещения, высокие потолки. Питомца домашнего несут. Такая у нас сегодня дождливая Одесса. Так. Инкассатор нам деньги привез. Так, я захожу в банк. Потом еще прогуляемся. Пойдем другой стороной. Вышли мы из банка.
а дождь пошел еще сильней. Сегодня у нас 19 мая, день пионеров был. Вы помните, да, в этот день? Праздник для детей и подростков, а также вожатых педагогов. Отмечался он в странах бывшего СССР. И в СССР День пионерии являлся одним из главных праздников советских школьников. Поэтому бывшие советские школьники, и я в том числе, поздравляю вас. Сейчас еще жду мужа своего. Мы с вами шли по Пастера, сейчас пройдемся по Щепкино, по Елисаветинской. Так, планы поменялись. Идем на Екатерининскую. Что-то дождь, зонт забыли в машине, и куча дел появилась. И она же не подождет. Смотри, Андрей, дом перекрывают крышу, да? Уже заброшенный какой-то. Двери отреставрированы. Молодцы. Что, прогулка у нас под дождем? Планы меняются, не успев осуществиться. Все-таки идем мы с вами по Щепкино. Там будем ехать на улицу Успенская. Опять мы покружили, потому что опять не могли запарковать машину. Все места заняты, а где-то висят знаки, что нельзя парковаться. Ну, знаки нарушают, мы тоже нарушили. Хорошо, что я увидела, что ходят и выписывают штрафы. Поэтому нам пришлось искать место. И нашли мы его не быстро. Сейчас мы с вами на Большой Арнаутской. Дождик все еще моросит. Но зонтик я уже взяла. Когда прогуливаешься, не обращаешь внимания, но видите, все по обочинам, все заставлено машинами. Володя. Сейчас мы с вами по Екатерининску идем. Сложно запарковаться. Эти места, где не стоят машины, напротив ворот. Естественно, проезд нельзя загораживать.
Сейчас проходим улицу Базарная. Повернем. Идем с вами в Кировский парк. Сегодня улицы мелькают, потому что мы на машине. Есть вопросы, которые нужно решить в разных частях города. Сегодня Одесса кусочками. Почти что. Видите, зона парковки, но вот все-все места забиты. Надо открывать зонт, потому что моросит. Сейчас еще и ветер. Выпрямляем зонт. Каштаны рассыпаются. Памятник Антону Головатому был установлен в 2006 году. Прохожие на лавке спят. Здесь район возле привоза. Поэтому такие экземпляры встречаются. Иди, иди, кофеечка выпей. Муж, так как мы с вами общаемся, снимаем, разговариваем, не знает, когда ему можно что-то сказать, а когда нет. Кофе купить. В общем, у нас дождь, но видите, народ гуляет, кто по делам, кто совершает променад. Кофе так пахнет. Как вы, кофеманы, любите кофе попить? Только с утра или в течение дня тоже. Я люблю только латте. Чистое кофе не очень предпочитаю. Так, сейчас мы движемся на Успенскую. Сейчас этот сквер называется Старобазарный и находится на пересечении Базарной улицы и Александровского проспекта. Погода 19 мая. Мы еще в куртках, плащах. День на день не приходится. В один день идем в футболках, а в другой вот в курточках. Купили кофе? Так, повернули мы с вами на улицу Успенская. Школа. Родителей сейчас не пускают нас тоже в школу. Сейчас все возле ждут своих учеников. Детишек. В шортах и шлепках. Переулок Аниловой.
проходим Екатерининскую. Нам еще приблизительно один квартал. Здесь второй троллейбус останавливается, проходит. Сколько? Я не рекламу делаю, просто говорю, что вот сколько машин стоит, везде написано. Прокат, аренда, выкуп. Видите? На каждой машине. Вышли на Ришельевскую. Сейчас идем с вами по Ришельевской. Ой, вот мы сейчас проходим, муж говорит, что здесь раньше был кинотеатр, а сейчас идет реставрация. Уже выкупили, наверное. Арабский культурный центр. Здание Арабского культурного центра построено в 1998-2000 годах. Покрутились мы по городу, по разным улочкам. Спрашиваю мужа, куда сейчас. Он выразительно на меня посмотрел и говорит, на заставу. Но там нечего показывать. Но сейчас посмотрим с вами. Сейчас с вами идем по Большой Арнаутской. Нашему автомобилю. Сейчас двигаемся в другой район. Богдана Хмельницкого. Улица Дальницкая. Что за заброшенное здание?
Приехали на улицу Выездная. Выездна. Заставу. Сейчас будем возвращаться опять в центр. Улица Михайловская. Построено несколько домов новостроев. Калантаевская улица. Вернулись мы с заставы на Ришельевскую. У нас уже платаны начали зеленеть. До следующих видеопрогулок. Пока-пока.